возродить историю и культуру предков. Именно с такой целью 10 ногайцев выехали в национальных одеждах и на конях из степи в Махачкалу. Самый молодой участник, 13 лет, 250, почти 300 километров, патриот России, Дагестана. Так что будет пример брать с кого? Молодежь. Они преодолели 250 километров верхом из райцентра Тереклим-Мектеба до Махачкалы. На пути следования в каждом селе их радушно встречали и вкусно угощали. Конный поход продлился 5 дней. Усталость чувствуем. Но есть... заезжая в село, мы, встречаясь с людьми, которые нас встречали, про все забывали. Лошади начали бодрее бегать. Мы... На наших лицах ощущалась нехватка кожи, начали улыбаться почаще. Мы отпускали лошадей, за это время они подкреплялись зеленой травой, сами набирали сил. И вот так вот преодолели этот путь. Участники акции завершили свой путь в духовном центре имени пророка Исы, мир ему. Там их встретили представители муфтията республики. Им провели экскурсию по мечети, после чего гости внесли свою лепту в строительство. В этом углу установлен камень, который, имеется в виду, находился в мечети, которую построили асхабы, разиллаху анхум. Дербенте жес, историческая мечеть. Вот оттуда 800 лет, который вот камень, он установлен вот именно на данном участке. Здесь будут именные ваши кирпичи тоже. В отеле «Марва» гостей накормили вкусным обедом. Конный переход организаторы посвятили Дню единства народов Дагестана и наступившему месяцу Рабиуль-Ауаль. Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Дудгасанов, телеканал ННТ, Махачкала.